Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні ми обговоримо події, які розгортаються в Україні та на політичній карті світу після останнього візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні в нашій студії екс-голова Одеської обласної ради Микола Пундик. Вітаємо, Микола Володимировичу. Добрий вечір. А також журналіст та політолог Ігор Кисельов. Вітаємо. Добрий вечір. Отже, сьогодні, у понеділок, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав заяву про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. В той же час, в п'ятницю, 27 вересня, спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер покинув свій пост. Ще є така новина, що Юрій Луценко планує на півтора місяці виїхати до Великої Британії. Уже. Так, для того, щоб пройти курси англійської мови. Як вважаєте, чи пов'язані ці події між собою, чи ми так самі, можливо, собі це надумали? Як Інтересний вопрос. Ну, знаєте, якщо розглядати взагалі весь мир як глобальну систему, то все в мірі зв'язано на самому-то ділі. Но если серьезно, то ну, что такое отставка Данилюка? Секретарь СНБО, как эта отставка сказывается на нашей с вами жизни, на нашем с вами, не побоюсь этого слова, благосостоянии? Собственно говоря, никак. Ну а если говорить серьезно, то отставка его – это прежде всего реакция на неудачные последние переговоры с МВФ. И с моей точки зрения, он-то как раз выражает интересы не Украины, а МВФ. Я достаточно давно знаком с ним. Это подданный Британской империи, подданный британской короны. Всю жизнь он защищал интересы каких-то иностранных инвесторов. Даже не столько инвесторов, потому что международные фонды, финансовые фонды, это не инвесторы. Это люди, которые дают в долг, причем дают в долг под кабальные проценты. Это бизнес, и он чтит их интересы. Не наши с вами интересы, не интересы государства Украины, а Международного валютного фонда. Ну, подал в отставку, да и подал. Дай бог с ним. И не о чем больше об этом разговаривать и размусоливать. Вот это моя точка зрения. Что говорить о Курте Волкере? Понимаете как? Это все-таки игра Соединенных Штатов Америки. Они готовятся к своим выборам 2020 года. И, к сожалению, Украина даже как-то, мы должны что-то, какая-то фигура в этой игре, мы даже не доска, на которой играют, понимаете? Поэтому, что они там себе придумали, как это Трамп будет использовать в борьбе с демократами, тяжело на сегодняшний день сказать, но то, что он это будет использовать, это однозначно. И то, что Трамп в этом стенограмме, в этом разговоре с Зеленским говорил только о своих проблемах и решал свои вопросы, ну это тоже ни для кого не секрет. І все ж таки те, що Зеленський заявив, що ми нікому нічого не повинні іншим країнам, і чи буде проходити розслідування по справі Байдена в Україні, це вже буде вирішувати наші правоохоронні органи, прокуратура, а ні в якому разі не інші країни. Ігор, як ви вважаєте, які зараз наслідки взагалі? Давайте я спробую відповісти на перший вопрос. Тут мухи віддельно, котлети віддельно, треба розділити. Я би к спічу Николая Владимировича добавил бы, что уход Данилюка, да, это представитель фондов, в частности, его там с Соросом связывают, и его уход действительно связан с МВФ, но с одним из требований МВФ. Дело в том, что Данилюк – это была очень неприятная фигура для господина Коломойского. Да. И одно из требований МВФ, которое, ну, в принципе, официально не изложено, но это не отрицает ни украинская сторона, ни миссия МВФ, это требование, которое касается того, чтобы не было изменений по Приватбанку. А мы все отлично понимаем, в чем заключаются интересы господина Коломойского, который этот банк собирается нести. Поэтому Данилюк оказался в конфликте интересов, и посему вынужден был написать заявление об отставке, что ему можем сказать, что в принципе команда ЗЕ склоняется к тому, чтобы поссориться с МВФ. А это будет нести за собой крайне тяжелые последствия. Теперь вторая часть. Это визит Зеленского и уход Волкера. Абсолютно соглашусь, это внутренняя борьба где-нибудь на Вашингтонщине и Нью-Йоркщине, в которой
украинская карта, она даже не украинская карта, она карта одного из эпизодов жизни сына одного из возможных кандидатов в президент. И вот эта карта разыгрывается. И на этом фоне, на мой взгляд, крайне провальный визит господина Зеленского ведет к тому, что Украина будет терпеть серьезные, не только имиджевые, я думаю, что и реальные потери на внешнеполитической арене. К этому и дело не только в том, что США не догадались при визите нормально, логично добиваться встречи с президентом Соединенных Штатов, но при этом обязательно надо было анонсировать и провести встречу с демократами, учитывая, что там скорая избирательная кампания, тем более, что господин Зеленский был в этой ситуации. Именно так Маркрон встречался и с Порошенко, и с Зеленским. Это нормальная международная практика. До этого не догадались. Более того, не догадались созвать пресс-конференцию для того, чтобы уточнить прямо там, в Соединенных Штатах, свою позицию, что позволяло толковать слова Зеленского, что кошмарно. Ну и, конечно, очень тяжелая реакция Брюсселя и Берлина, от которой нам еще придется очень долго, я не знаю, что с ней делать. Вот поэтому это две проблемы, и поэтому никакой борьбы за Украину я не вижу. Ну, все ж таки, позиція Трампа в тому, що саме в той час був такий тиск на українську владу з боку, ну, саме... Да нет никакого, на самом деле, никакого тиска. Ну, коли Шокін пішов у відставку. Есть просто-напросто стоит выбор перед украинской властью. Неважно, это до Зеленского или это уже при Зеленском, но их поставили перед выбором. Вы за демократов или вы за республиканцев? То есть вы за, условно говоря, там, я не знаю, Байдена, он реально, он только один из. На сегодняшний день три человека от демократов, это реальные кандидаты, у них еще будет свой внутренний праймерис, это еще долгая-долгая история. Вот вы за них или за республиканца Трампа. Ну, так сложилась ситуация. Но вот прав абсолютно мой коллега, что да, надо было в этой ситуации вести себя как-то достойно, то есть не делать этот выбор, не занимать чью-то сторону. И не оправдываться. Да, и не оправдываться. А чи зайняв якусь сторону, як ви вважаєте, в цій ситуації? Ну, понимаете, как... Мы же, так как Соединенные Штаты Америки владеют 90% всех средств информации, это не относится к каналу «Репортер», но так все, что подают, в мире подают, то вроде бы как складывается такая, мнение такое складывается, да, что вот Зеленского заставили сделать этот выбор. Я не совсем уверен. Но то, что визит был, ну, не хочу сказать совсем уж провальным, потому что никто особо от него ничего не ожидал, но каким-то таким неубедительным, каким-то таким блеклым. И, знаете, вот ощущение послевкусия после визита. Слава Богу, что приехал, что закончилось. Ну, все ж таки было... Чувство, когда стыдно за другого. Да. Ну, все ж таки была у словах Зеленського риторика, что это правопорушення, если оно есть, будет расследоваться так само, как и все інші. Тобто ніхто не буде робити. Смотрите, давайте не повторять тут. Смотрите, для того, чтобы расследовать, с точки зрения украинского законодательства, ничего не произошло. Сын Байдена был в совете, если я не ошибаюсь, в совете директоров одной из украинских компаний. В Америке считают, что это недопустимо для политика, и это определенным образом говорит о политике в момент выборов. Нет, там они уточняют, что есть. Тот факт, что часть прибыли выводилась в офшорные счета. Выводят. Но это опять-таки нарушение, да, для Соединенных Штатов. Это не имеет никакого отношения к Украине. Ну чему? Это повязано с экс-чиновниками нашей страны, в том числе, которые занимали наивысшие посады. Какие? О каких чиновниках идет речь? Ну, Бурисма – частное предприятие. Абсолютно частное сын предприятие. Сын вице-президента другой страны был. Занималась газом, газодобывающая промышленность. На шельфе, на украинском шельфе, да, если я не ничего ошибаюсь. Там нету необычного. Плюс Таврия. Это нарушение в Соединенных Штатах. Но идет речь про то, что в свой час, через это покинув свой пост, на той час генпрокурор Шокін. И... Они формулируют это другим образом. Они говорят, что для того, чтобы сын Байдена получил вот эти преференции, против был Шокін, и поэтому, скажем, правительство разменяло Шокіна. Но это не говорит о преступлении.
Ребята, давайте не путать. И никакого расследования в Украине быть не может. Может быть официальный документ, судя по всему, от Министерства юстиции, судя по тому, какое это дело, где оно может запросить определенные сведения от украинской стороны. Отвечая на... Нет возможности в Украине Генеральной прокуратуре какое-то дело завести. Игорь, ну мы не знаем всех обстоятельств. Ну, во всяком случае, из того, что известно. Может, там как-то незаконно получались лицензии, может, как-то там выводились государственные средства. Ну, опять, ну это следствие. Это следствие, мы ни о чем не говорим. И не надо... Понимаете, смотрите, что происходит. Украинское информационное пространство за счет какой-то, я не знаю... Давайте я не буду определять, за счет чего. Оно проявляет удивительную падкость на иностранное мнение. И в данном случае никто ничего не делает для того, чтобы продавить украинское медиапространство. Мы его сами продавливаем. Вместо того, чтобы отойти от вашингтонских проблем и смотреть на проблемы в данном случае, нас бы интересовало, да, сохранить отношения с Германией, сохранить отношения с Брюсселем, приумножить отношения. У нас не такие хорошие отношения с Соединенными Штатами при Трампе. Получить хотя бы рынок для каких-то товаров, американский рынок, самый большой рынок в мире. Об этом же речь не шла. Хотя бы той же муке, которая, в принципе, наша... Масло, мука. В первую очередь шла речь, навіть під час виступу Зеленського під час Генеральної асамблеї ООН про те, що необхідно якось допомогти нашій країні, щоб повернути наші території, так, і повернути мир в... Це другая історія. Опять ми плутаємо Божі справи. Є совершенно чіткая політика, і достатньо успішно її проводив Порошенко, і ми отримали підтримку санкціями і всіх інших. После выборов мы начинаем терять, явно потеряли позиции в ПАСЕ. Последний доклад Макрона говорит о том, что Украина, мягко говоря, не справляется со своими внешнеполитическими задачами, отстаивая свои интересы по отношению к Российской Федерации как к стране-агрессору и т.д. и т.п. Да? Об этом надо говорить. Генассамблея ООН – это не та трибуна, где этого можно добиваться. Это необходимо добиваться в двухсторонних переговорах, это необходимо добиваться при, скажем, каких-то вариантов переговоров и каких-то вариантов общения с Российской Федерацией, да, с которой у нас конфликт, и которая оккупировала территорию. Генассамблея ООН – это хорошее место для общих речей. Когда только произошла трагедия 2014 года, и российские войска оккупировали Крым, было уместно яркое выступление Петра Порошенко. На сегодняшний день, спустя 5 лет, по сути, повторять то же выступление – ну, это в никуда. Згоден. Але чи є місце після цих зустрічей, які відбулись у Сполучених Штатів, для нового витку у переговорному процесі? З ким? Чи як? З Росією саме. Тому що йшла пряма мова про те, що коли Трамп сказав Зеленському, що ви там вже з Володимиром Путіним якось самі вирішуєте все. Тобто, чи можна це розцінувати як його... меседж, що потрібна саме двостороння зустріч. На мой взгляд, его просто это не интересует. Это было звучало примерно так. Встретились бы вы уже, решили ваши проблемы. Меня бы не трогали. Вот примерно такое ощущение, знаешь, я уже так от вас устал. Вот абсолютно соглашусь. В этом была риторика Трампа. А то, что касается отношений Украины и России, после обмена пленными последний этап переговоров, да, по поводу определенных минских соглашений, там, заявления Кучмы и реакция России, вот, пожалуй, последний этап, на котором мы можем оценивать состояние диалога между нашими странами, между Кремлем и Киевом. То есть это вот надо смотреть на заявление Леонида Даниловича о том, что при каких условиях, да, возможно достижение особого статуса Донбасса и реакция Кремля. Вот это реальное отношение, вот это вот реальный диалог. Формула Штайнмайера. Да, и все, что с этим связано. Но, насколько я знаю, я немножко знаю, потому что знаю людей из той стороны, то есть людей в Донбассе, так случилось, я как-то 3 года работал в самом Донецке. Сейчас идут очень активные переговоры по поводу следующего этапа обмена. Вот я даже знаю цифры, сколько на сколько будут менять. 50, рассекретите? 50 на 33. Ну,
каждый вернувшийся какая парень разница, домой, да, какая каждый вернувшийся 50 сбоку домой, Украины, да. Так, чи навпаки? Нет, вроде 50 оттуда, 33 отсюда. Угу. Все ж таки, як розцінувати зараз позицію взагалі Кремля після цих подій, що сталося? Ну, те, що ми обговорюємо зараз, їх активізація, тобто долучення додаткове, тобто виїзд Путіна до Франції, додаткові переговори, повернення до формату Штайнмайєра, те, що вони, ну, на чому вони наполягають. Слушайте, хто-то читав Мінські соглашення? От в Мінських соглашеннях формула Штайнмайєра, це в принципі, це, знаєте, як там, на мигах, на пальцях прописані ті ж Мінські соглашення. Все, нічого другого. На самом деле. По большому счету Украина не спорит с этой формулой. Как всегда, дьявол кроется в деталях. Да. Что и в каком порядке должно происходить. А активизация Российской Федерации, ну, вполне логично. После, я все-таки настаиваю, мое личное мнение, что это провал господина Зеленского в Вашингтоне. И после яркой реакции и Брюсселя, и Берлина, вполне логично, что на фоне ослабления и раздражения некоторыми высказываниями президента Украины, вполне логично, что в этот момент появляется Российская Федерация, которая дальше отстаивает свои интересы и продавливает. И я хочу сразу же дополнить, что ни у одного меня и не только у экспертов такое впечатление, что Россию ситуация с Донецком и Луганском тоже уже тяготит. То есть России нужен какой-то выход из сложившейся ситуации. Ну, они вот со своей точки зрения тоже. Я не знаю, насколько это верить, я вот буквально сюда ехал, стоял немножко в пробочке, и мне вот мой товарищ написал, что по Донецку пошел такой слух, что арестовали в Пушилин. Будем вечером проверять. Тим більше на політичній арені Росії також не все дуже добре складається після їх виборів. Це їх проблеми. Я на чому хочу зауважити. Те, що перший період після того, як вони начебто повернули Крим, так, в них був якийсь такий підйом, тобто громадяни Росії підтримували це. Зараз це вже через 5 років зовсім інша риторика. Хто вам це сказав? Ну, я так просто дивлюся. Якщо ви зараз зададите питання в Російській Федерації, підтримуєте ли ви, ну, я вважаю, це окупація Криму, а якщо ви підтримуєте політику Путіна? А якщо запитати тих людей, що виходять постійно зараз на мітинги в Москві? А скільки виходять? Ну, в різні давайте, різні. Давайте я вам розкажу то, що от я слежу за цим. Якщо в 2013 году до наших событий на Болотной площади собиралось, а они раз в квартал проводили максимальная цифра была, только по данным МВД России, 170 тысяч человек. То есть реально, вы можете представить, сколько там было? Ну, тут різний формат трошки. Какой? Тому що тоді було зіткнення і було протистояння. Какой різний формат? Зараз були насправді мирні протести. То насправді. Послушайте, то после того, что случилось у нас, у них это вообще все спало на нет. На сегодняшний день, ну это ж, что Deutsche Welle рассказывает, что, или Радио Свобода, это ж, ну, мама моя дорогая, слушать еще это. Ну там выходит 2, 3, ну 5 тысяч, ну 7 тысяч. 70 тысяч сбиралось в серпне месяце. Нет, ну давайте так не относиться к Радио Свободе. Ну, современная Радио Свобода очень уважает. Я имею в виду именно украинскую. Замечательно, я знаю коллег из украинского Радио Свободы. Мы зараз не про ЗМИ кажемо, а про те, что по численности с Николаем Владимировичем стоит согласиться. Смотрите, что произошло. Конечно, когда происходит совершенно элементарное, да, за счет каких-то внешних достижений, естественно, дико возрос рейтинг власти в Российской Федерации. Дико возрос. Но он не может быть вечным. Путин выиграл выборы. Его нельзя вечно кормить этим, да? То есть это постоянно требует подпитки. И поверьте мне, следующая подпитка перед следующими выборами, мы можем в этом, вот сейчас в этой студии сказать, это будет объединение с Белоруссией. Они действуют абсолютно точно, абсолютно понятно. То есть перед выборами нужна подпитка внутрь страны, и все получаем. На сегодняшний день будет некоторый, он чуть-чуть просядет, перед выборами его будут выгонять. Там в таком разе, чи можно сподеваться на Минские домовленности тогда? Что мы называем надеждой? Вот что назвать надеждой?
Когда говорят «мир» и когда говорят «надежда», надо определять, что мы под этим подразумеваем. Да? Поднять лапки и сдаться – это тоже мир, только это плохой мир. Да? Совершенно разные вещи. Когда мы говорим «надежда», да, никто не… Ну, только, я не знаю, идиот, негодяй или подонок, может быть, против прекращения огня, против установления мира и против всех тех хороших вещей, о которых говорят все политики. Вопрос, на каких условиях и при каких обстоятельствах. Вот это самое главное. Конечно, я за мир. Пусть нам вернут Крым, выведут войска из Донбасса, поставим стенку и будем разбираться со своими гражданами, что делать. Но это же на сегодняшний день нереально. И Российская Федерация не будет. Донбасс реально. Ще один факт про... На каких условиях? Який хочеться поговорити, це про авіа... сполучення. Так, авіасполучення між Україною та Росією. Вже майже казали, що до Нового року це може статися. Зараз це вже знову все... не підтверджується за останніми заявами політиків. Ну, останні заяви цього міністра інфраструктури, так. І що там воно, як там воно правильно зараз називається, я, це, ну, політик. Ви знаєте, завтра літить останній самоліт в Алма-Ати. Тобто МАУ припиняє сполучення з Алматою, тому що важко конкурувати, так? Ні. Очень дорого облетать Российскую потому Федерацию. Что очень дорого облетать Российскую Федерацию. Mm-hmm. Из-за того, что наше небо закрыто для Аэрофлота, это самая большая авиакомпания в мире, в среднем наш бюджет только из-за пролетов теряет где-то, если я не ошибаюсь, по-моему, от 120 до 200 миллионов долларов в год. Вот. То есть это тоже надо считать. А потом... Ну, у меня жизнь такая, мне приходится летать через аэропорт Минск. За последние 5 лет он расцвел. Он не просто расцвел. То есть мы инвестировали такие колоссальные средства в авиаструктуру и инфраструктуру авиационную Белоруссии, что очень и очень обидно. Я помню совсем недавно, помню в областных центрах, какие у нас были, я не говорю там про Донецк, да, но Днепропетровск, я в последний раз в Днепропетровский аэропорт летал, наверное, в году 2009 или 2010. Днепровский сейчас, Днепровский. Ну да, сейчас, тогда он назывался, да. Днепропетровский аэропорт, да. Вот, сейчас же вообще ничего этого нет. Так что, понимаете, с точки зрения политической целесообразности, я не понимаю, в чем она. Вот, понимаете, вот я не понимаю, в чем она. Это купить билет и пойти пешком, да, на зло кондуктору. Рано или поздно все равно это авиасообщение восстановят. Поезда, слава богу, ходят. Я так думаю, что к следующему году, что бы там ни говорили эти псевдопатриоты, но надо восстанавливать сообщение из Крыма. Во всяком случае, хотя бы железнодорожное. Вот, потому что в этом году количество туристов из Украины в Крым было просто колоссальным. И не действует это все, скажем так, на имидж государства и на имидж власти. Вот то, что там происходит. Как, вот со стороны Украины нет этих пунктов перехода. Тут я абсолютно согласен. Мы не признаем это границей, то строить и ничего и не надо. Вот, ну, логика в этом присутствует, да? Но хотя бы вагончиками, хотя бы какие-то условия, ну, всего 2 перехода, они там когда работают, когда не работают, люди там часами, десятками часов стоят в очереди на этом переходе. В спецпеке. А семьи же, вы представляете, как они, особенно в Таврии, как они там помешаны, эти семьи. Все. Это все очень тяжелый вопрос. Но рано или поздно он, конечно, будет решаться. Я соглашусь с тем, что вопрос непростой, но авиасообщение – это скорее вопрос коммерческий, чем политический. Конечно. Я думаю, что тут необходимо... выработать позицию государства, и вполне вероятно, что там, где семьи разорваны, там, где есть другая необходимость, я знаю варианты, когда это необходимость здоровья, разрешить какой-то один вариант сообщения. А те, кто хотят отдыхать, пусть стоят в очереди, мое глубокое убеждение. Вот. Вы хотите отдыхать в Крыму, значит, вы должны взять на себя такие обязательства.
Это вопрос политический. Да, надо относиться внимательно к людям и понимать, что не все те, кто сейчас находится на территории Донбасса, ратовали завод российских войск и радуются тому, что там происходит. Просто у них не было возможности покинуть свою квартиру там, или там, ребенка, или больного человека. Надо понимать, что и там есть украинцы, и решать эту проблему. Но решать эту проблему комплексно, а не просто дать возможность тем, у кого есть деньги, удобнее перемещаться из Киева в Москву. Надо понимать, что еще очень много украинцев, которые прошли войну на востоке страны, которые там потеряли близких, друзей, и это их, ну скажем так, их надо щадить, их чувства, их понятия, поэтому это должно быть комплексное решение проблемы, и самое главное, оно должно быть понятно всем. Для них должны быть государственные программы, и все остальное, это комплекс большой проблемы, и рассматривать, вот, а давайте запустим один самолетик, и там вот будет дешевле и удобнее летать туда. Ну, а что касается Минска, тут соглашусь и напомню, большую гордость в Минске — это появление в России белорусского хамона, например. То есть то, что Беларусь зарабатывает на этой войне, ну, зарабатывает, это правда. Дуже дякую за те, що прийшли до нашої студії. Сьогодні у нас в гостях екс-голова Одеської обласної ради Микола Пундик. Дякуємо. А також журналіст та політолог Ігор Кісельов. Дякую. Мене звати Дмитро Богомолов. Ви дивили студію «Репортер». Залишайтеся з нами.